продолжать дистанционное обучение или не продолжать? Вот в чем вопрос. Директор городского департамента образования Елена Буйневич анонсировала, что среди родителей учеников школ проведут анонимное интернет-голосование, чтобы оценить количество школьников, которые сейчас болеют ОРВИ или ковидом. В департаменте подчеркивают, что на основании полученных результатов совместно с департаментом здравоохранения будет принято решение о том, можно ли будет школьникам вернуться за парты.